10% на ввоз любых товаров. Это только малая часть от реформ, которые Дональд Трамп намерен предпринять в случае победы на выборах президента США. Свои намерения кандидат от республиканской партии анонсировал в интервью агентству Bloomberg. Товары и продукции из Китая будут облагаться 60% импортными тарифами, а произведенные за пределами США автомобили – 100% пошлиной. Мы снизим налоги для компаний, которые будут производить свои товары в США. Мы защитим эти компании за счет серьезных пошлин. Я верю в пошлины. По мнению экс-президента, за счет повышения импортных пошлин тысячи компаний перенесут производство в США. Как отмечает эксперт, Дональд Трамп – сторонник протекционизма. Он защищает внутренний рынок, прежде всего промышленность, от конкуренции со стороны Китая. Таким образом, люди, работники в предприятиях, занятых производством стали, например, каких-то других промышленных товаров, сохраняют свои рабочие места, и их зарплата может быть конкурентной. То есть это одна из прерогатив политики Трампа. Второе. Политика Трампа включает ограничение миграции. Но ограничение миграционной политики может наносить экономике некоторое снижение ВВП. С одной стороны, государство теряет рабочие места, так как на непопулярные виды профессии сложнее найти сотрудников. С другой, такая политика позволяет сократить различные пособия и траты на иммигрантов, которые через некоторое время могут быть депортированы, указывает эксперт. Кроме того, кандидат от республиканцев считает, что Федеральная резервная система должна активнее стимулировать экономику и проводить соответствующую монетарную политику, напомнил аналитик. Он много раз заявлял, что в случае своего избрания текущего председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла он заменит на более эффективного. Возможно, это будет Стив Мнучин, один из его друзей и соратников, который будет проводить более эффективную денежно-кредитную политику. И, ну, учитывая, что сейчас как раз начался цикл снижения процентных ставок в США, который как раз проводит Джером Пауэлл, возможно, этого не потребуется делать, поскольку и так текущий председатель активно пытается снизить ставки и стимулировать экономический рост. На предложенный Трампом налоговый план эксперты отреагировали по-разному. Кто-то не уверен в эффективности метода, а есть те, что положительно отреагировали на идеи кандидатов в президенты США. При этом все больше американцев окажутся в очереди на преференции. Так, льготы коснутся пожилых граждан, работников, получающих чаевые, людей, работающих сверхурочно, владельцев домов с высокими налогами на недвижимость. Таким образом, стимулируется экономический рост и с точки зрения экономики освобождаются денежные средства у бизнеса, у населения, которые они могут инвестировать и вкладывать. При этом государство теряет налоговые поступления и растет долговая нагрузка. Но это не так критично для экономики США, поскольку долг США может расти безгранично, как доказали уже многие нобелевские лауреаты. И если первые два я оцениваю негативно, то снижение налогов и стимулирующая денежно-кредитная политика ФРС перевешивает негативные для экономики меры. Администрация Белого дома в период президентства Трампа ввела пошлины на китайские товары стоимостью 370 миллиардов долларов. То было фактически торговой войной США и КНР. Из-за этой меры огромные убытки понесли американские импортеры, констатирует Reuters. О возможных последствиях победы республиканца высказался лауреат Нобелевской премии Джозеф Стиглиц. Он отметил, что угрозы Трампа повысить импортные тарифы Китая и его радикальное нульсуммовое восприятие мира могут привести к фундаментальным изменениям современной экономики США. Что ж, поживем-увидим. Самира Рзаева, CBC.